Всем большой привет! Собралась я сейчас закупаться, ехать. С утра такое солнышко светило. Было так все хорошо, а сейчас дождик, моросит. Сейчас по-быстренькому съезжу, закуплюсь продуктов немножко. Потом аж вам сделаю обзорчик на продукты. До встречи тогда. С утра, правда, была такая хорошая погода, солнце светило. А сейчас, пока я собралась тут, сейчас дождь моросит, но не очень холодно, но не холодно. Так сейчас по-быстренькому съезжу закуплю. Вот я приехала в магазин. Сейчас я пойду вот в Lidl закупаться. Я уже была еще в одном магазине в Реве. Там я что-то забыла. Что-то я забыла, что можно было снять. А вот сейчас приехала в Lidl, вспомнила, думаю, сейчас я тут сниму. В Реве я купила, в принципе, только пельмешки замороженные. И в основном все. А теперь вот приехала в Lidl. Сейчас тут закуплюсь немножко на недельку. И потом вам покажу, что я купила. Я еще сама не знаю, что я хочу закупить. Сейчас посмотрим. Все, приехала я домой. Время уже почти полчетвертого. А, машину я выключила. Но... Время уже почти полчетвертого, мы еще не обедали. Ну, салатик, который я вчера делала, у нас есть. Сейчас я быстренько отварю пельмешек, и мы покушаем все. Вот такой у меня сегодня ленивый обед. Вот все, я закупилась, приехала домой. Разгрузили машину. Сейчас я вам покажу, что я купила. Вот это пельмени. Я купила их в Реве. У нас сейчас тоже продаются пельмени. Русские товары у нас тоже продаются. Но это, по-моему, польские. Одна пачка стоила 2,79. Полкило здесь. Я взяла три пачки. Две сварю сейчас на обед. Нам покушать втроем. А одну уберу в морозильник. Купила вот такие желтые киви. Они такие... Желтые внутри, не зеленые, как всегда, а желтые. Одна штучка стоит 49 центов. Купила вот такую Активию. Она была тоже в Ангеботе. Эту неделю в Ангеботе я уже второй раз покупаю. Она, по-моему, 2,59 стоила. Тут 8 штучек. Всякие разные они тут попадаются. Такой ассорти. Взяла... Яйца 18 штук, они тоже были в Ангеботе на этой неделе. Обычно я покупаю 10 штук, мне хватает. А 10 штук, по 10 штук упаковки все разобрали, не было. Пришлось взять мне вот эту 18 штук, она стоила 2,50. Вот взяла большую упаковку туалетной бумаги. Стоила на 4,99. И картофельные драники. Я их люблю, я их положу в морозильник, и когда нужно будет мне, я пожарю себе пару штук, или кто захочет. Стоят они €19, я взяла себе две пачки, две коробочки, положу в морозилку, будут лежать, когда нужно будет. Вот, взяла виноград, килограмм стоил, по-моему, 3 евро. Сейчас я посмотрю, сколько он у меня стоил. Да, 3,19 стоил килограмм. В общем, он у меня вытянул на 2,02. 2 евро, вот. 2 евро и 2 цента виноград. 600 грамм получилось. Взяла такую вот салями. Куриная салями. У нас сын любит бутерброды делать, ему на бутербродике. Вот это 130 грамм стоило €49. Себе взяла вот такой сыр, ну не только себе, может кто еще захочет, но я вот такой вот люблю, на бутерброды, вот такой вот гауда, вот такой, она стоила, это по-моему, сейчас я посмотрю, я точно не помню, сколько она стоит, она стоит €79, да, вот €79, помидорки, были тоже в Ангеботе по €19, полкило €19. Я взяла две упаковочки. Потом вот взяла свежий сок. Свежевыжатый сок.
Много я его не беру, потому что он долго не хранится. Это так вот, чтобы за один день выпить. И все, взяла бутылочку. Взяла опять же себе вот такой вот уксус, как говорила. Потому что я в Реве не сильно часто бываю. Это я там была, поэтому сразу купила. Он сейчас тоже в Ангиботе стоил ойра 19, а сейчас ойра 0,9. Вот такие хлебцы я взяла. Вкусненькие. Я тоже люблю такие бутербродики просто делать из таких хлебцов. Вместо хлеба. Хлеб не купила. Вот такие красные боны. Вот. Хлебцы стоят 99 центов. А вот эти боны. Боны. Вот эти вот боны стоят 79 центов. И вот такие вот помидорки я беру в баночках. Они уже без шкурки и порезаны. Если я когда-то что-то готовлю, я добавляю в спагетти. Ну и вообще в какие-нибудь подливочки. Очень удобно. Такая одна баночка стоит 49 центов. Взяла еще тунфиш, две баночки. А тунфиш у нас стоило... Тунфиш стоила ойра 19. Вот. А нет, боны тоже. Боны стоили тоже 49 центов. Вот. Еще я взяла воду. Ну, просто минеральная вода без газов. Но сын ее уже унес в келлер. Еще я взяла на завтрак нам вот такие вот мюсли. Я взяла первый раз. Я не знаю, 2 ойра 99 они стоят. Взяла первый раз. Попробуем. Что это такое? Вот, взяла один свежий огурчик. Он стоил 99 центов. Взяла еще вот такую вот салями. Такую вот длинную, тоненькую. Ну, так иногда хочется вечером что-нибудь погрызть. Ойра 19 она стоила. Вот тут сколько? Я не знаю, тут, наверное, где-то 80 грамм, наверное. А, 100 грамм. Вот, 100 грамм такое салями стоило. Ойра 19. Еще я взяла... Вот такой вот шинкен. Тоже стоило ойра 19. Красный лук. Я взяла еще синий лук. Мы его называем. Ойра 49 он стоил. И вот такой еще белый лук я беру. Он стоит 2 ойра килограмм. Я взяла 2 луковицы вот таких. Не знаю, сколько он у меня вытянул. Ойра 0,5. 1 ойра 5 центов. И взяла еще вот апельсины. Давно мы что-то не брали апельсины, что-то захотелось мне апельсинчики. Я взяла апельсины. Стоило тут 2 килограмма. Ойра 79. Вот за пельмени и за уксус. Это я была в другом магазине. Я заплатила 9 ойра 76 центов. Чек я не взяла, я там забыла. А в Лидле вот я сейчас закупалась, я закупилась вот на 41 ойра 46 центов. Вот. Мясо я никакое не брала, потому что мясо у меня есть в морозильной камере. Мы мясо обычно покупаем много, я его потом сама разделываю на фарш, на гуляш и так далее. Поэтому фарш я редко покупаю, только курочку какую-нибудь или куриное филе. Вот такие вот мои закупочки на сегодня. Ну вот и все, закупилась я на сегодня. На сегодня буду заканчивать. Всем, кому было со мной интересно, оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну и всем пока-пока, до следующего раза.